Краевой день здоровья проходил на базе городской поликлиники, что очень удобно как для пациентов, так и для врачей. Сдать недостающие анализы и пройти все необходимые до обследования можно было здесь же. Очень удобно, очень комфортно нашим пациентам сюда приехать. Здесь у нас размещены кабинеты с таким расчетом, чтобы, если не хватает какого-то обследования, они могли сразу дообследоваться в этот же день. Похожие дни здоровья в Анапе и районе проходят регулярно, в рамках которых городские специалисты проводят диагностику, выявляют заболевания на ранней стадии. Теперь же с уже имеющимися результатами пациенты получают заключение краевых врачей и, если необходимо, направление на госпитализацию в больницу Краснодара. Мы постарались создать максимально, приблизить максимально к людям медицинскую помощь специализированную. Если мы раньше говорили о первичной медицинской помощи, о выявлении, то сейчас мы говорим о лечении, о качественном лечении, о качественном обследовании, о лечении с участием краевых специалистов. Часть людей, которые сегодня пришли на консультацию, на осмотр, будут госпитализированы в последующем краевую больницу. Возможно, кому-то понадобится сделать хирургическую операцию на сердце или на сосуды. Кроме кардиоспециалистов, прием вели ревматолог, невролог, нефролог, уролог, сосудистый хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, терапевт. Также анапчане смогли сделать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, рентгенографию и УЗИ. Ирина Мальцева пришла на прием к ревматологу. Она нуждается в специализированном лечении на базе краевой больницы. Вот я сейчас пришла, чтобы взять направление на определенные обследования, которые здесь у нас на уровне Анапы не делают. Это очень хорошо, я буду благодарна нашей медицине. Всего за день работы кардиодесанта обследования прошли больше 1000 человек. Около 50 анапчан получили направление для дальнейшего лечения в краевой клинической больнице номер 1.